Доброе утро. 8:30 утра в Берлине. Классная погода. Я еще не проснулась, поспала только 2 или 3 часа. Иду к своему врачу сдать кровь на анализ. Я раз в год уже сдаю. Ну вот, настал этот день. Нужно успеть до 9, до 9:30 утра. Я всегда не успевала. Мне нужно было еще раньше к ней прийти. А так как я до утра работаю, то не успевала. А сегодня вот... Все едут на работу. Ну кто куда. Я, как и сказала, у меня сегодня вторая часть фотошутинг, но только не на ноге, а на другом месте. На другом месте и в другом месте. Сейчас уже подхожу. Желаю всем хорошего дня, не болеть.